Всем привет, друзья! 9 утра. У меня даже уже помощник проснулся. Из 5 еще даже 9. Ну, потому что Алёша уехал у нас в СССР. Сегодня у них товарищеский матч какой-то в СССР. Он повез, видимо, своих шахматистов пожилых. Вот. Банки спускаем. Картошку надо достать. Картошка кончилась. Корове сегодня нарезали даже не полную порцию. Вот, но я сейчас тоже спущусь, покажу, какую картошку надо доставать. Потому что там есть мелкая даже для коровы. Сейчас, смотри, иду. Вот, и достанем баночки консервов, потому что 4 пакета банок спустили. Вот, ну полки пустеют, пустеют, да, Матвей? Давай сначала ящики, потом уже будем баночки доставать. Видите, сколько банок пустых у нас, а здесь все. Уже тоже опустил. Ржавеют эти вот, вроде стеллажи, покрытые якобы порошковой краской были, а видите, ржавеют. Все равно от влажности высокой. Вот, а так, ну, пустеют маленько уже. А, да, что-то тут пошел потолок. Что это он у нас, интересно, нагнуться решил. Если найду помидоры-то не знаю, еще остались, нет. Сейчас. Сначала сюда. Ты там умеешь вешать или мне идти? Аккуратно, головой не стукни столько. Погреб для более низких, видимо, людей делался. Не знаю, почему так. Но это чтобы тепло не заходило слишком. Так. Картошки-то нету уже. Кого нету? Картошки. Картошки, да и как это нету? Есть, он с той стороны, вон, смотри, сколько много. Вот, ее все надо съесть. В срочном порядке уже. Так, тут мелкая вот с края, видишь, стоит. Вот это вот. Корове достанешь. Ага, пару ящиков надо корове достать. И на еду нам достанешь. Тоже, наверное, пару раз маленькие. Вот. А там свекла, да? И свеклу кинешь одну в ящик. Оттуда вот. Ты неправильно повешал свет, ёшкин кот. Говорю, меньше вешать. Она мягко не может. Ну так это нормально, весна как бы уже. Он тебе должна твердо быть. Так, ну все, сейчас я обратно. Не буду ему мешать. А? Ну, я хоть посмотрела, сколько картошки у меня, а то я даже не знаю, сколько картошки. Я же говорю, много-много. А я посмотрю, не так уж и много. Ой, так. Помидоры. Вот икру кабачковую надо однозначно достать. Хорошо едят, прям разом съедают кабачковую икру. Сейчас, мам, помидоры что-то не могу, пока не вижу. Пока не вижу. Огурцы-то еще вот тут есть огурцы. Вот. Огурчики еще имеются. А вот помидоры, наверное, и нет. Не вижу. Вот видите, как у нас помидоры кончаются быстро. Так, где же помидоры? Ну-ка. Опа-опа. Опа, ага. Сзади спрятаны. Есть еще баночка-то точно. Так. Сюда поближе притащу. Так, а перец? А перец тоже у нас хорошо идет нынче. Тут вот одно затесали. Вкусненькую самую. Которая у нас без шкурки. А? Грибы достать? Ладно. Грибы достанем. Грибы еще есть у нас. Вот они стоят, грибочки. Вот они, красавчики. Пару банок надо достать. Так, а тут что у нас? Лечи, что ли, или тоже? Ну-ка. А, это тоже в масле перец. О, отлично, две достану. Так, и малина в варенье, да? Или какое-то? Ну-ка, вот это, по-моему, малиновое. Ну-ка. Не вижу. Вот цвет плохой тут, не нравится мне. О, да, малина, все вижу. Так, и компотики, да, Матвейка? А, еще яблочное варенье надо, запеканку надо. Яблочное варенье у нас. Это абрикос, а где же яблочное? Почему одна экзотика в доме? Где яблочное? Сейчас. Тоже абрикос. Что ж ты будешь делать? Сейчас найдем яблочное. Не может быть, чтобы его не было. Так. Где же яблочное? А ну-ка. Нет.
А, кстати, да, вот я зато увидела баклажанчики. Баклажанчики увидела, вот они, вкусняшные. Так. Ты уже вытащил, что ли, ящики? Когда ты успеваешь, пока я тут хожу, съемками занимаюсь. Вот яблочные. О, отлично. Фу, ну все, можно доставать. Так, это у нас сок, по-моему, или соус это твой. Вот это, наверное, твой, Матвей, соус опять. Может, может. Я же тогда в такой же достала и потом это разливала, помнишь? По баночкам. То есть это он, скорее всего. А вот тут сок какой-то яблочный. У нас он есть. Я не буду доставать сейчас. Да, не буду. Так. А на полу-то что такое? Так, это какая-то непонятная штука, не знаю, что. А арбуз, мол, тебе надо? Да. Арбуз надо. О! Арбузик. Банки такие грязные. Не аппетитные, но потом вымоется, аппетитные становятся. Так, Матвеюха. Оп! Так. Оп! Там еще есть красный смородина. ГД. Вот это вот, да? Вот это? Ну да, это красный смородина. Желешка. Так, это малина. Так. Это что? Это он ее и вставлял. Так, это вот абрикос. Грибы, баклажаны, огурцы я Матвею не дала еще, а вот они, нет. Куда я их делала, а икру я дала тебе кабачковую, рыжую такую, нет, это что ли я приготовила, джи, нет, это что какая-то не такая банка, подожди, сейчас я ее, по-моему, я ему дала, ну ладно, еще одну возьмем. Вот она, это автоклавовская, поэтому так низко осевшая икра. Потому что в автоклаве делаю, когда боюсь много, чтобы крышки не рвало. Так, ну и что, компот какой? Крыжовник? Давай один крыжовник. Так. И вишню, да? А вот красная смородина есть. Давай красную. Давай красную смородину. Так. А вишня-то, наверное, есть, да, на веранде? Да, ну и все. Никто что-то не пьет. Да вы, по-моему, уже заелись малость. Заелись малость, ребята. Ну все. Все? А, у тебя еще картошка не достата до конца. Давай. Ну-ка, чего у нас с домашним вином, кстати говоря, непонятно. Фляжка одна еще есть. А давайте-ка ее достанем, да разольем по бутылкам. Ох она! Давай, разливать надо ее уже, она уже, я не знаю, сколько ей уже, наверное, не... это не этого даже года, по-моему, мне кажется, того, настоявшийся, фу, все вот так, красота, это что, а, это черная смородина, я тоже достану, красная, красная, черная, черный, так, а, Матвей, тебе черную еще смородину. Ты любитель. Ты любитель у нас большой. Ее самый большой любитель у нас черной смородины. А? В подвале мы, Фима, Фима, мы в подвале. Такая паутина. Тихонько. Не запускай их. Не ходи, пока тут это... И грязное, и это. Сейчас будем там протирать пол. Все. Сработали. А у нас сегодня работа. И я не знаю, за что схватиться, честно сказать. Давай, выходи. Топ-топ. Лишь бы мне 46-м размером по голове не досталось. Идет. Я за ним пристроилась. Фу, накидал на меня грязь. Ой, все. Так. Несмотря на то, что немножко крапал дождик с утра, решили перепахать наш
кулачок под картошку. В общем, хотим посадить сегодня ее, чтобы уже отвязаться, потому что она у меня давно уже лежит, уже росточки большие. Пора посадить. Вот, так что Матвейка сейчас пашет. Медленно, хорошо пашет. Вот, а я занимаюсь грядками. Ну, грядки у меня, как всегда, несколько пляшут, потому что они длинные, трудно. Веревку не хочу натягивать. У меня, видите, деревья где-то приходится больше отступить, где-то меньше, поэтому немножко грядка может и не так ровно, как хотелось бы. Вот, но ничего. Здесь у меня морковка будет. Здесь лук, а там посажу, поуже сделаю и в два ряда свеклу хочу прогнать. В общем, а? А? А сейчас бабушку похожу, да. Дай грядки-то показать. Бабушка, правда, плохо оделась. Говорит, лето. Вышла, а тут такой дубак. Вот, ну мы, ладно, лопатой машем, да к нам вроде как даже пот бежит по щекам, но ветер такой неприятный опять, да? Вот. Так что вот такие дела. Сегодня этот огород постараемся доделать. А пока дед у нас металл готовит для теплицы, чтобы доделать теплицу, мы, в общем, успеваем. Урываем момент. Вот такие дела. Поди с дедом там, ему помогает в ограде. Подает железяки эти, он режет болгаркой там. Такая черная земля-то на картофель. Слушай, сколько носим туда перегноя, все равно черная земля такая. Почему-то, да? Я говорю, сколько перегной носим, а земля какая черная на картошке. Так, почти заканчиваем пахать. Вот, а Фадейка мне сейчас вот эту кучу уберет. Там разровняем и тоже что-нибудь. Капусту, наверное, посажу туда. Думаю, в конце там один ряд прогнать капусту. И здесь вот этот пятачок насажу капусты. Вот, а я уже вторую занялась, уже проходик сделала. Хочу второй не делать. Подход, потому что есть с той стороны. Для лука, чтобы не заужать. У меня тут лук этот эксибишн. Посажу, у меня же много еще его. Вот, так что вот так. Вот, молодец. Сейчас он мне быстренько ее растащит. А то я думала, ее раскидывать надо. Как быстро он мне сделает. Матвей сегодня уж больно тщательно пахает для картошки. Пахает, пашет. Смотри. Земля какая классная. А моих индюшков видели давно? Вот, они ходят. Вот это у нас один с кудрявыми пальчиками, как в том году. Тоже был один на одной ножке, кудрявые пальчики. Ну, бывает у них какая-то патология. Да? Да, молодцы. Травы наелись. Дима их кормил, 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 кормил. Он ими до сих пор таскает. Так, друзья, ну что, мы справились с морковкой. Готово. Теперь мы сажаем картошку. Вот, по новой технологии. Так что смотрите, ролики все для вас снимаем. Вот, Матвеюха у нас занимается теплицей. Готовит сегодня он площадку перед теплицей, делает, чтобы бабушке можно было. Фадея, по-моему, чистовато. Ты отмеряй рукой, как я тебе показала. Есть? Ну ладно, может, мне отсюда кажется. Ну а какая красота, да, Фадей? Ага, давай. Короче, хорошо с помощниками, все везде делается. Дед уже металл у нас нарезал, все, скоро будем внутри теплицы тоже доделывать. Но сегодня, наверное, руки не дойдут. Мне сегодня обязательно надо все мои замоченные семена высадить, потому что иначе они пропадут. Поэтому сегодня я буду дальше заниматься посадками. Вот так. Пошла. Дальше дело делать. Так, друзья, все, мы картошку посадили. Пока уношу пакет с семенами свой до вечера, наверное, да, я положу сюда. Смотри. Юха, ты видел свое лицо? Красиво. Почему? Потому что Матвей тоже только сейчас заканчивает. О, сегодня все тарахтят. Соседи тоже пашут. Ой. Потому что Матвей тоже делал работу большую.
большую при большую, тяжелую при тяжелую. Дел один совершенно. Я вам сейчас покажу, что я сделал. Сама глазком одним видела, но когда на половине было, сейчас еще полностью не видела. Смотрите, что он сделал. Он нам сделал площадку перед тепличкой, чтобы баба могла стульчик поставить свой, сесть и смотреть, как я высаживаю помидоры. Молодец. Прям как ровненько у тебя получилось, прям по уровню все сделал. Ну, трескается, да. Мы ее с тобой, я думаю, битумом этим можем покрыть, чтобы меньше влаги она впитывала, да? А может и не стоит. Мы ее, говорю, мы ее испытали, эту плитку. Она, в принципе, не промокает, так что не рушится. Но она боится удара. Она боится, да, она боится. Да, она ударов боится, эта плитка. Да щели эти землей потом забьются, ничего страшного. Все равно уже жестче входить, и все, это уже не земля, это уже не грязь. Ух ты ж, здесь, говорит, земли-то накидал. Это ты кидал? А надо здесь стенку еще сделать было, потом кидать-то, ну ладно. Ох, как там жарко, такой жар идет. Вот, а здесь мы пока еще ничего не делали. Сегодня занимаемся вот посадочными работами, ну ладно. Посадили хоть что-то. Не знаю, если сейчас отдохну, может быть, еще мы с Фимой выйдем, дотыкаем свеклу. Потому что ей нравится, им, смотрите. Ай, собаки, они ведь с нами весь день, они уже устали. Ой, хотя беситься так и не устают они. Все, пошли мы домой. Уже даже Алеша приехал, он уже поел даже. Сейчас передохнет, да тоже выйдет, что-нибудь поделает. Фу. Вот такие вот дела. Пойдем отдыхать, у меня уже ноги не ходят. Хочу отдохнуть. Спирея начинает цвести. Тоже цветет калуча. Нет, сегодня так-то вроде бы неплохая погода потом стала. Как-то мы привыкли. Сначала вышли, холодно показалось. Потом разгулялась. Корову накормили, все в обед уже. Уже, наверное, часа 4, да, Матвей? Я тоже не заходила давно. Давно мне Фадей воду только принес. Он со мной все это время был, но я его сейчас последний рядок доровняла, когда отпустила, говорю, иди уже. Он устал с этой картошкой, он мне все навоз искал на нее. Да, плугом мы работали, да все то, да все. Короче, все. 4 ровно, 4.05. Так, друзья, я маленько в растрепанном виде, потому что мы сейчас в баню уже пойдем. А я сейчас это самое... корове побежала, а меня Алеша говорит, быстро снимай, потому что мне надо камеру уже, стрим сегодня надо монтировать. Короче, я поэтому, извиняюсь, даже не причесалась, как снимала Вайлдберрис, так, в общем, они сейчас на Вайлдберрис сходили. Фима просил игрушку забрать, так ему сходили, забрали игрушку. Пришла у него какой-то фуфлик, потом покажу в обзоре. Вот, ребятишки уже в баню пошли, я их успела подстригла, и Матвея, и Фима. Все. И все. На сегодня, наверное, и все. Увидимся на стриме. Я надеюсь, что вы придете 20 по Москве на Ютубе, как каждую субботу мы с вами увидимся. И увидимся. Все, давайте. Или до завтра. Все, пока-пока.